Всех приветствую. Коротенькое видео решил записать. В последнее время пишут в комментариях, ну там видео старое еще, вроде к чему это видео, ничего полезного нету, зачем, что, почему. Отвечу, вот подписчиков добавляется, может кто-то глянет это видео и дальше не будет листать. Я еще раз, в 101 раз, я раньше это говорил, не раз, у меня не обучающий канал. Я просто-напросто показываю свои ремонты, как делаю я. Это не значит, что надо делать как я, обязательно, это догма. Каждый сам для себя решает, что-то может быть, ну люди говорят спасибо, и очень часто. Каждый сам для себя решает, надо ему это смотреть, кто увидит он для себя что-то полезное, не увидит. Просто-напросто надоело мне отвечать. Я их вообще, если там хамское что-то, я блокирую, да хамское не пропустит, там фильтры стоят. Там всякие разные. Зачем я потратил время? Да смотри-ка, у тебя сколько час стоит? Зачем ты вообще в YouTube заходишь? YouTube там 90% воды. Там смотреть нечего. Есть, конечно, полезные вещи, я сам для себя. Ну а 90%, ну может 80%, там вообще это трата времени. Если такие занятые люди, зачем вы вообще открываете YouTube? Ну, читайте книжки, справочники там и т.д. и т.п. Вот. Надеюсь, я объяснил популярно. Спасибо за понимание. Теперь второй вопрос. Видео редко выходит. Ну, во-первых, сейчас у меня путина, то есть рыбалка. Мой второй канал. Там смотрите, кто не подписался, подписывайтесь. Будет ссылочка под видео. Есть, ну вот такая машина, Ягуар. Это, кстати, хорошая машина. Железная внутри. Ну, я не делаю. Там одно и то же. И я к чему? Нету машин вот таких вот, которые старые, которые были бы интересны вам, мне. А все почему? У нас, в нашем регионе, ничего подходящего. Я Авито каждый день просматриваю. А в соседних регионах, допустим, в Калининграде хорошие машинки, но оттуда доставка очень дорогая. Я к чему веду? На развитие канала будет внизу номер телефона, карта сберовская привязана. По возможности, может, там 100-200 рублей, кто в любой сумме, буду рад. Почтовые расходы хотя бы мне помочь оплатить. И все, я буду заказывать что-то такое, ну я знаю, что интересно мне и вам. Вот, коротенько на эту тему видео. Всем добра, всем пока, до свидания.